Первый раз в шиншилке выписали витаминный комплекс для шерсти, для кожи и шерсти. Beavers Eats. Brebert Ist. Витаминные пивные дрожжи. До этого никогда не брали. Решили попробовать для нашей красотулечки взять. Вот она растянулась. Посмотрим, как они запечатаны в шиншилке. Много чего брали. Это впервые мы взяли. Сейчас посмотрим, понравится нашей собачке или нет. Наверное, вот так. Рекомендации читали, но сами еще не пользовались. Лаки, держи. Пробуй. Нравится? Ой, какая вкусняшка. Ой, какая вкусняшка. Скушала? Вот такая баночка. Еще попробуем для нашего котика тоже. Попробуем. В шиншилке берем много препаратов и вам рекомендуем. Тебе еще хочется, да? Еще хочешь? Сейчас еще, да. Всем спасибо.